как вы видите за стеклом. У нас находится наш дежурный ЦОУ, Центр оперативного управления, который осуществляет непосредственно управление самими нарядами. Посредством радиосвязи, телефонной связи. Экскурсию для съемочной группы по пункту постоянной дислокации Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии провел старший лейтенант полиции Владимир Денисов. Кабинеты, оружейная комната, есть здесь даже спортзал. Каждую пятницу сотрудники свободной от службы собираются здесь, отрабатывают боевые приемы, различные ситуации при изменении оперативной обстановки, либо там проверка документов, еще что-то, отработки меры безопасности, ну и так далее. Общее количество сотрудников в Ленинском отделении вневедомственной охраны порядка 80 человек. В этих кабинетах находится лишь малая их часть. Основная работа идет за пределами этих стен. Главный функционал нашего подразделения – это осуществление охраны объектов юридических лиц, а также мест постоянного хранения личного имущества граждан на договорной основе с вызовом экипажа полиции и Росгвардии. Всего в Ленинском городском округе патрулируют 5 экипажей. Работы у ребят хватает. Под охраной находится более 1500 гражданских объектов. Коттеджи, дачи, квартиры, гаражи и даже личный автотранспорт. И 380 юридических. Экипировка, как говорится, на все случаи жизни. Пистолет-пулемет 2000, пистолет Макарова 9-миллиметровый ПМ. Средства сковывания движения наручники. Палка специальная. Фонарик для осмотра территории в темное время суток. И жилет противопульный. Особо стоит отметить охрану различных федеральных объектов, в том числе и культурных. Например, несколько офицеров следят за порядком в музее-заповеднике Горки Ленинский. Стоит ли говорить, что на них лежит огромная ответственность? Многие экспонаты представляют большую ценность. Сама задача, конечно, самих сотрудников – это в первую очередь сохранность веренного им имущества. В их основные задачи входят это осуществление контрольно-пропускного режима, внутриобъектового, также пресечение преступлений и административных правонарушений. В службе чтут традиции, сложившиеся за 70 лет существования вневедомственной охраны. Такие, как взаимовыручка, верность долгу, готовность в любую минуту дать отпор злоумышленникам. Атмосфера у нас хорошая. Постоянно мы проводим специальные психологические опросы. Коллектив у нас слаженный, конфликтных ситуаций не возникает. И днем, и ночью коллектив Ленинского отделения вневедомственной охраны Росгвардии стоит на страже спокойствия граждан. С юбилеем! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.